Впервые в Чувашии провели уникальную операцию на сердце пациента, который раньше считался неоперабельным. Пораженный клапан главной артерии, аорты заменили на искусственный биопротез. Инесса Потапова подробнее о высокотехнологичной помощи, которая теперь совсем рядом. На операционном столе 80-летний мужчина с сердечной патологией и сопутствующими заболеваниями. Возраст серьезный. Полостную операцию может не выдержать. Было принято решение заменить клапан аорты на искусственный биологический протез через небольшой прокол. Операция под руководством врача из Санкт-Петербурга Евгения Шлойда. Он выполнил более 1000 подобных вмешательств. Приехал в Чебоксары поделиться уникальными наработками. А из чего сделан протез? В чем его преимущества и недостатки? Протез биологический, то есть он отличается от кардиохирургического тем, что в качестве каркаса, то есть для крепления биологических створок, используется специальный стенд, то есть саморасширяющаяся конструкция плетеная, которая может сжиматься до определенных размеров, помещаться в трубочку катетер, подводиться по сосудам, по артериям прямо к клапану. Во время операции пациент находится в сознании и постоянном контакте с доктором. Вы меня слышите? Да, не двигайтесь, пожалуйста. Руками не двигайтесь. Действия хирурга максимально точные и аккуратные. Мы используем внутрисосудистую навигацию с помощью рентгена и контрастного вещества. И в таком варианте мы как раз все внимательно изучаем. Для пациента это не вредно, это однократная процедура. Но врачи имеют, конечно, большую дозу излучения, которую они получают, но для этого служат разные средства индивидуальной защиты. Те же рентгензащитные костюмы. Такой метод позволяет избежать длительной реабилитации и сохранить качество жизни больного. Протез из клеток, который организм не отторгает, воспринимает как свои. Поэтому уже через 3 дня пациент выписывается из больницы домой. В текущем году в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланирована поставка ангиографического комплекса, который позволит в большей мере и в большем количестве проводить эти операции. Высокотехнологичная помощь доступна по программе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Инесса Потапова, Бахтияр Велиев, Республика.